Ваш имидж связан с чаем Липтон, поскольку вы рекламировали его. Когда я спрашивал, что вы пьете, я подумал, что вы скажете про чай Липтон. Конечно, я пью чай. Вы пьете чай утром или предпочитаете кофе? Утром я предпочитаю очень легкий кофе американо. Я люблю пить чай с медом перед выходом на сцену. Вы нервничаете перед выходом на сцену? Нет. Больше нет? Или вы никогда не нервничали? Я никогда особенно не нервничала. Знаете, когда я начинала давать свои первые концерты, мне было немного страшно, потому что это не так уж просто. Или когда моя семья сидит в зале, я тоже немного нервничаю. Когда семья смотрит на меня, я чувствую, что должна быть лучше, но обычно я не нервничаю. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».